Нет, только не в Неле. В Неле у меня нет сопротов. Капец. Элбрил, тебя Настя должна сменить на Солариан, да? ГБ штук 100 сопротов, даже больше. Смотри, Ваниэль, ой, без сопрота нахуй, один как ГП. Ужас какой. Можно лапку обновить? Дайте сопрот. Настя, ты в Дискорде слышишь? Я присутствую, сижу. Хант, Лок, там, кто, куда из них, на каких боссов? Лок на все целиком. Вать, не парься, это подарок. Хант в ЗС-ке ждет, да? Хант ждет в ЗС-ке, да. Сидит в хатику. Хорошо. Да не за что, обращайся. Пристабаф обновите заодно. 14 минут осталось. Бет, у меня нет сопрота. Капец, была мы... С банка берите сопрот, у кого есть доступ. У кого доступа нету, пьют за свой счет. Возьми сопрот. Верчи на пол. Я могу продать, если кому надо, 300 голды. Пиздец, блядь. Готовиться к рейду надо. Бля, я никогда не пил тут сопрот. Элбрил, его не хватает. А если на ауке 400, то за 400. Давайте побыстрее, пожалуйста. Элбрил, плюс они как будешь готов? Пул по отчету. Пуль на войду по крыдению нет. Угу.
Настя, микро. А есть ДПС? Конец. Отойти можно? Да, можно. Видишь, как просто, да? Никому не надо ни за что беспокоиться. Вообще кайфово. А я на каком... Это сколько у меня? Wait. Постой-ка. Неликс, у меня 3 не нет, поэтому 21к всего. У тебя же есть талант, да, сокрушение? Наверное. Чё? Чему не стакаешь? Казнь ты, как? Это важнее на этом боссе. Это гроб просто скидывается часто. Это видео, если чё, публиковал, сейчас ссылку дам. А я уже взял это. Мне нравится. Пошли там, чё? Локи вообще жесткие у нас, ребята. Круто, да, когда не надо ни сальву кидать, ничего там. На пул всего лишь один. Был бы на пул побольше. Я кидал сальву. На кого? Один раз на Радвар, второй раз на Линкс. Да они даже не догоняли. Что-то плохо у нас все. Что-то вы, да. Что-то вы керники. Ты его много их сагрили. Отлетел кто-то или что?
Нет, где просто он... очень много баков с агрой. Зачем? Все отлетели, я смотрю. Кому это надо? С патрулем сагрили. Ну, ложитесь теперь. Я чарю сам. И у нас еще минус 2 кила было. Как видео, блядь, пацаны к успеху шли, нахуй. Не получилось, не фартануло, да? А я что-то не понял, с каких пор Кирс начал домашний, нахуй, я что-то нихуя, что-то упустил момент, блядь. Пегастри обратно в танк. Фарада, ты тут? Сменишь Кирса на одного босса. Ладно. В смысле, ты Вилема, блядь, сука, ДПС не выдавал. Максимум там 20к нахуй, по-моему, дал. Поставьте шкаф с манем вара. Селдрилом меняй. А, сама меняю. Да, я с детства самостоятельная. Меня присумайте, плюс. Или опять лемов подняли, Кирс. Ну-ка, говори. Они что-то не поднимали. Любому накрутили, блядь. Ты признал, что Кирс дамажит? Что-то новенькое. Обычно он там на дне рекаунт, я его не видел. А сейчас он что-то, блядь, аж в топ-3 залез, нахуй. Это что-то охуел. Может быть, это не Кирс дамажит, а просто Редвар не дамажит. Это баланс, Редвар. Я сплакаю, Кирс дамажит, понимаешь? За твоей, да? Угу. Настя, Симон прошел? Но грузится. В процессе загрузки. Бага, а ты-то чего умеешь, что он на 7-м месте, блядь? Веришь, нет, не похуй. Угу, рассказывай. Я тут так, чтоб рейд побафать. Всех суманули, пулять строишь танки. Ребятки, я Т4 одела, пошел чуть-чуть. У вас этот лок байер на обок? У меня все куски эти лока хантовские заняты, все. Угу. Уже даже и перчатки тоже. Пачку быстренько отведем. Без обратно заходите. И сюда, в туннель. Зайди в туннель, чтоб только не спули и могло. Вот сюда. Слишком далеко. Но я уже поближе.
у двух роботов. Кто за роли странички, тыкайте, пожалуйста. Лага. Чего? С ГБ можно ворон там как-то дать? Пока нет. Во время рейда я это точно заниматься не буду. Ромбик, направо, главу. Ромбик, ты чё? Вносит смут в наш рейд. Фарада, где ты есть? Здесь. Ну ты понял, да? Мне бы тоже на робота, хоть разочек до магера. Ну а в следующем КД поменяешься с кем-нибудь? Обычных хилов нет на робота. Да нет, это только сегодня так было, что-то прям странно. Давай хуярь пачку. Патруля близко нет пока. Очень больно, очень больно. Если не подлагиваю. Там лежат два хила, вы пулите. Зачем? Ну вот зачем? У них нет фрейма фрейда, надо как бы успокоиться. Да так. Встал, ставьте шкаф, здесь в углу. Ставьте шкаф. Тыкните. Чем ты встаешь, чтобы бежать так далеко? Еще там смотрю. Поставь мобильный банк. Нужно подойти поближе. Тык.
Вот давайте сейчас вот этих двух мобов. Какие раздавать? Эпигастрий двоих танчишь. Черепок, алоэ. Ванилька, совесть есть? Ты чем ты меня бьёшь? Не сам меня бить. Буду хилить не буду. Фарадович, ну ты же понимаешь, что твою вот эту подозрительную акцию в кастовании порталов теперь сложно не заметить. Ты зато будешь всегда знать, куда ты телепортируешь. Давай сам запрыгивай. Два тела резать, пока еще мобы идут. Сейчас их ждем. Вот они подходят. Вставайте. Бафайте пока, бека вставай. Дайте каску пока. Все то же самое. Пегастри там на круге, сюда провиться иди. Только не забираем его. За Ивейдус? Правильно, хилов вырезают первыми. Близко стоит. Я в контроле была. Понял. Все равно близко стоит. Ну да. Я далеко стояла. Значит, ранжевики вас вырезали. Сначала резните всех, куда побежали. Пять тел сейчас резнуть, потом удалить. Спасибо. Дайте маны попить. Не пойте. Если будем резать вместе, то резнем быстрее. Типа одно тело резают, два тела, да? Чтобы быстрее типа будет лестница. Не, ну просто пять человек лежит, а стоит один рез. Так просто увереннее там резать. А я думал, в одного типа несколько резов кастуется, то он быстрее резнется. Конечно. Так и работает. Сегодня значков много падает, да? Смелее, смелее, врываемся уже. Не стоим. Все живые.
Решал с нами в канале, нет? Плюс-минус чат. Кто? Да. Еще раз для новеньких. Знаки уходят в гильдбанк, как и БУЕ, как и ворон. Это касаемо ЗС и ОК обычки. Толкай еще. Вага, ты там валерьянку пьешь? Я не знаю, как ты такой спокойный до сих пор? Ты уже раз в десятый повторяешь, я не могу понять, что происходит. Да меня это заебет со временем, просто ГП буду без объяснений начислять. Я бы уже комп разломал. Анкил, накинь мне. Сейчас я раз рассказываю. Не брать. Можно рыбку? Че, я с магом каким? Да, как обычно. У Пикастри тайчил же босса. Спасибо. Там это самое, на агро набираешь на боссе. Когда босс исчезает, появляется три луча. С них вылазает маленький трэш, потом с одного луча босс и из двух других лучей жрец. Одного жреца контролит маг с ДКшником, а второго жреца начинает бить рейд. Ты набираешь агро на том, который начинает бить рейд. Если три вот этих столпа света в треугольничке, то ты встаешь с той стороны, где один луч света, а не два. Чтобы там, где ты стоишь, появился либо босс, либо один из жрецов. Если ты станешь там, где два, то возможно, что там появятся два жреца, и двух жрецов завешают дотами, и их сложно будет контролить. Они смогут отхилить босса. Ну, косты там знают, там. Кто сбивает? Стан, сало, фир, превращение в овцу. Вот набираешь его на боссе и маленьких танчишь, и этого жреца. Йотун, спекайся во фроста. Давай я во фроста. Да не, просто чтобы его черви не мешали контролю. А, ну да, согласен. Можно скоро ГП за червей давать. С пула в центре, а потом как с толпы света появится, и со мной за звездочкой побегаешь. А где же Ноэль? Да, нет, астроманта в обычке. Что-то он АФК. Он писал, что он на 10 минут отойдет, сейчас скажу. Сколько еще осталось? Че, с магов кто по магоконтролю? Анкил. Минут 5 еще надо, да, осталось? Еще 3 минуты. Че, ждать его? Или так херачим? Хилит-то много, так и не надо, и без него справимся. Ну, так, кирс, резист. Все готовы, получается. Давай 40 секунд до Гера подождем. Давай. 39. Мобильный бан поставьте у кого не когда. Возгорел. Я походу вылетел. Ну, это ГП. Можете Дживс еще поставить? Угу. Поставила. Спасибо. Я тут.
еще раз рычу на пол. Вот на боссе. Пегастрий на боссе. На боссе пегастрий. Трэшем помогает алоэ. Пол. Метка, пожалуйста. Вот сюда, где локовский портал, иди, пегастрий, веселить сюда. Звездочку. Мы тут ждем. Ой-ой-ой. Поспешил. Забери одного мопчика с меня. У нас жрец. Без метки. Метка в рейде. Сюда к жрецу идем, не тяни. Сюда же к жрецу. Звезду перебежали, веселей. Сюда веди, жреца. Вот сюда. Звезду в кружочек веселей перебегай. Жреца бей. Там еще мелкий на меня согрелся, я его не трогал. Ничего страшного. Берешь-ка. Здесь босс. Жрец вот он без метки идет. Жреца все, не пробуй парить. Там. Захинулся что ли, да? Нет. Готовьте контроль заранее. Фьюр сейчас готовите. Тут остаемся, тут остаемся. Звездочку в кружок. Тяни лапа. Бьет там фулфейн. Жреца быстрее зелья. Жрец ближний к нам появится. Вот это. Ой. Под боссом жреца зерга. Пожалуйста. Черепок среди. Что ты говоришь, пожалуйста? Нет. Бьем сразу жреца здесь, контроль. Нахожу. Стан, сбейте ему косты. Бейте сразу его. Вместе с боссом.
Так, тут остаемся, немножко вот сюда звездочку сместитесь. Нихуя ты там вихрем накрутил, блядь. Жрец у нас. Метка, смотри. Метка в рейде, метка в рейде, метка в рейде, вайпаем рейд. Идем к одному столбу за звездочкой, идем сюда же ведем жреца. Сюда же жреца ведем. Весь рейд звездочку. Жрец идет к нам без метки. Готовьтесь дать ему стан. Бьет моба. Вот он жрец. Все жреца каст. 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 Добейте. Бладласт. Жреца добейте под бусы. Под бусы его забей. Сервак? Нет, нет, все окей. Убирай. Отказывайтесь. Ты тут, Вага? Или вылетит? Вага, Вага. Да, да? Занять. Пошли дальше. Но народ написал, что у него время отправился. Там они уже летят в сумке. Они в сумке уже вылетели все. Две у меня, одна у Фарана. Шмотки. Сейчас догоню вас. Там есть патруль танки. И сейчас подождите, пройдет патруль. Короче, притяжками сбивается крутилка 3D-шника. Только смотрите, все в КД сразу не вешайте. Я первый даю. Крутилка еще феррами забивается. У них нет КД. Что-то ты часто кажешь и пидаст. Что это? Патруль?
Нет. Ты один, встань. Если что, так что это... Дайте на пол. Я в станах стою, не могу огромно бить. Дом бьет, пошел. На мейн спек. На оф спек. Мейн спек. Серьезно, на мейн спек? Кинешь рейд. Мейн спек. Оф спек. Там я инквизитора подержу. Я пока не могу использовать эту способность. Чем пулите? Нужно было рез. Сейчас после этих рез. Там музыки сдохли. Стоят возле вертушек. Поменяй меня местами с Кирсом Фарада. Ладно, попозже постараюсь зайти. Войд, вы там с Фарадо справитесь. Я вас верю. Осторожно, Центурион в рейде. Может крутить вихрь. Черепок поставил, отойдите от него. Теряется. Его феряет. Смотрите, если начнет вихрь крутить, то что он будет не сдох. ЕП, если что, за трех боссов дал, остается только за кельтаса начать. Сзади моб. Это. Алой, а у тебя агро, когда ты этого взрываешь петуха своего? На бабе набирается или она откидывает его, моба этого? Или как там? Они, наверное, не достают. Да? И что, получается во фросте проще, да? Думаю, да. Я не могу ими управлять, отправить на нее и взорвать.
там не цель, которую ты бьешь, или как? А если взять в таргет бабу и по фокусу ударить? Раньше грудь, а ПВПшек хорошая. Чё у нас тут? Сегодня и правда милишников много. Смотрите, не убейте своих. Не дышь, да, Фарон? Я вам сразу скажу, у адмирала ДБМ хуйня, уху не снимает, так что снимайте сами. Он ни у кого не снимает, потому что это не триггерится никак. Пидорас, блядь, тогда нахуй заходил, наебал, блядь. Ухи, говорит, снимают, блядь, я все сделал, нахуй. Я на том КД бегал с ухами, блядь. Слитина. Разъебала в кашу. Бывает. Убегайте хоть на вертушку. Я даже не успел, блять, развернуться. Тут смотри внимательно. Стой подальше. Ну или вообще не бей. Да это жатва ебаная, понял? Из ренжи не достает даже. Вот в РС, если стоять на максимальном ренже от Калиона, а как раз с Калиона не попадает. Ты подошел, ударил, убежал. Подошел, ударил, увидел зеленый топор, засветился, ГП по. Да, 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 вот в принципе прошлый раз так и был. Так, у меня сделался трансмут, блядь. Подвагу, блядь, чтоб так же выглядит. Ваниэль, воронку обратно давай. Можно же, ГП вот. Тебе же не говорили, блядь. Сейчас, по-моему, вага ебанет нахуй десятку, блядь. Какой десятку? Он за пятнашку тогда говорил, что кто сролит 15 тысяч ГП сразу же. Автомат. Ваниэль, сразу же Ваня пропадет играть нахуй. Да не, два друга. Да, Ванилька, Вага и Ванилька, два друга. Стал как мне Ваниэль вайпал уга. По розовых, да? Дело не в этом. Как говорится, Ванилька, с дому вышел, домой пришел, да? Это я про Илюжинов. Ставьте шкаф. Сейчас резну.
Да я помню, Жень, я... Жужин тут? Мне кажется, я одна резаю, да? Вот так вот хожу по всей территории и резаю их по одному. Ну, серьезно? Ой, у меня мамы не было. Потому что... ДДшки вон стоят. Ванилька стоит с фулманой. Чё, байер будет, а чё? Тыкните. Тебе пришёл Симон Долорус? Нет, не пришёл. Тыкните. Алло. Суперма Стар, вот это пуп, да? Да, почетный покупатель, блядь, он уже почти член гильдии, блядь. Ну вообще да, он сказал, что он налутается Т5 и придет к назу, СС на жопу. Я, по-моему, еще, блядь, ни в одном РТ не был, чтобы его не было. Окей, СС на Паришала, Сентей, СС на Акинари, Дилорус на Дейдре. Те, кого кидает вих, этот, как он называется, в контроль, майд контроль. Вот, ты в Дисе порешал. Это вихрь кидай, будь готов. А, секунду, а может кто-нибудь написать, блядь, название вот этого топора, который с оружием? Сокрушитель. Это самый, Румен тоже кидает вихрь там на панели. Я просто макрос записать бы. Миликам очень важно будет вихрь кинуть. Ну и там станы, всю хуйню, вот эту оковы, притяжки там делать. Нету вары, только нахуй. И зеленки сливайте так что. Еще раз чек. Ты там лут тера для себя возьми, там лут поставь. Не помню. Неху только нету. Эпигастры танкуют. Чё ты не понимаешь готовность? Эпигастры Телоникуса, Лои, Бабу и Сангвинера. Там неху почему-то не принимает энкил. Что у них там? Я тут. Неху. Короче, на счет 3 пляем. 1, 2, 3. 3, 2 раза. Он не принимает готовность, бегает и не принимает. Ну-ка, починили сейчас бег, нет? Там двуручный топор, по-моему, можно. Сокрушитель, который у Таладреда. Да нахуй нужен? Никогда не подбирают это топор, блядь. Че, можно танковать? Тебе, да. Можно попытаться. Оба не обосраться, блядь. На центр веди.
Мелики умрете от бомбы, получите ГП. Извините. Со ступенек уходите вниз сейчас подальше. Напуливает тут круга. Собирай щит и бегастрик. Вся эта хуйня останется, контролируется больше. У Хэнки нет оружия. Два раза мобы резать. Да, блять, опять этот пирог ебаный. Да нормальная тема. Что-то мордоды не хотят, да, пинать? Ну, так вот. Алина нашла оружие? А, да, вот в печеньке. Да, я уже нашел. А вот с этим топором, кстати, у вас ДПС поднимается или наоборот убивается? Потому что, блядь, вы теряете РПБшку? Ну, надо шмотки переодевать, этот комплект. Пояс какой-нибудь. Мне заебись, у меня РПБ перекапывает. Считай, какой урон выше. Надо считать специально заранее. Этот с топором быстро бегает сейчас, все его сначала, потом мордозащитники бабу. Возможно, я не дал. Милики Сангвинера. Было бы несправедливо заставлять вас драться с четырьмя советниками сразу. Не, не к Сангвинеру находишь на алое. Пока что медленно. Не замедлили. Недавно пулить он нам сказал. Иди отсюда. Не, я дал на пул. Лок набрал агро там на бабе тенчи тогда. На сангвинере агро набирает хорошо. Пускай кто-то Делорус жгучая боль там поюзает. Рейндж, пожалуйста. РПД. Все, милики, аккуратно сангвинера. Только смотрите, к бабе не подходите, откинь. Все РДД по бабе. Ох, блин, рейндж, держи. Милишник. Насад. Угу.
бомба. Там босс активирует. Жену лестника зума. Решал у тебя один СС остается на всякий случай. Кубах показуем. Контроль 5 секунд. Залагал сильно. Под боссом осторожно вы. СС был, вот лагаю встан. Порешал ГП. Там вы контрольте более 3 людей. Пресс не бейте, но. Дейдри СС был. Галы отлагал встану. Лужа. Феникс бьем. Улики это ж поток. Яйцо готовимся. Бьем их. Лужа в яйце. Контролем босса отводи по возможности. Не убить своих. Теломор также ГП. Контроль. Блять, опять лагаю, лишь бы не нужен. Яйцо. Яйцо поактивнее. Контроль 2 секунды. Крепость тоже ГП. Поломор второе ГП. А за что КП? Снимайте, блядь. Да потом скажете. На лягушку КД. Контроль. Своих не убить. ПЛЕ, мили стопните. Отойдите, мили. Сбейте кастому, а кто? Феникс объем. Отошли милики. Готовимся, яйцо. Яйцо объем. Там феник. Контроль. Контроль раздаем. Кубик вас по боссу пока. Феликса не бейте. Нелли. Thank you.
босса 2% переводим. Феникса. Отошли мили. Все готовимся. Все будет. Уже главное под ноги смотрите, оно сейчас. Раньше. Вась, нам надо разойтись. Дайте нам. Даю пока да. Нужен. Ты сказал, нужен наличники от медизону побед. А я не знаю, зачем, зачем он вообще анонсит ушу, блять, в РДД. РДДшники тоже не выходят. Рейдж набираешься. Вы и так просто стоите по всей платформе, а мелик все вместе стоят. Ты кинари захилился. Порешала захил на круг. Быстрее кота захилите. Дубовый прежний. Вот в жопе где-то. Где-то очень далеко. Спасибо за перевод. Куда ты не ебанул, чтобы видели, где он. Поздно увидел. Видно. Вообще не видно было, блядь. Бейте, добивайте. Бернс там или еще что? Танк есть, а пегастры лови. Стаунти босса, стаунти босса. Ты сдох танк, да? Стаунти босса. Да. Порешал ресой алоэ. С ромбиком ДКшник первая пати. На всякий случай. Захиньте ДКшника, ромбика, киньте фотки какие-то. Да где он? Фениксы на этом, на поводиге, потом босса ставнитесь с него. Там приземлитесь, стреляма добьете. У меня настакалось снижение хп. У меня 7 хп. 7. Давай, Лен, поле. Ты добивайте. Труп не закидали. Смотрите. 7к.
от дебафов. Лесните ли вы? Че, поджарили на стране было? Должны были запустить вроде на этом КД. Но не факт. Чё там, ЗС, идём, нет? А куда свит обдели? Войд. Чё? ЗС идём или нет? Нет, завтра ЗС. Таро? Ну, лут разрульте там. Там что-то всё в боссе лежит. Правда тут? Да, панель-то затупил. Может переключить лутера там туда-сюда? Или что-то? Кстати, тут Кирсбор, но хорошая идея. Чё время терять? Кирсона, дайте лидеру. И что он делает? Разруль, короче, ой. Ага. Короче, эту я хуйню тебе сразу кину. Нет, где он? Сейчас я рыву от пепси. А свиток Вага разраливал на весь рейд. Сейчас разрулим. Сфера на мой спек надо кому-то. Ну, спек. Спирк, паладин, рога, шаман. Этот конника на Кинаре отдаешь, второй и Редвар. Вот опять что ли? Еще? Да. Так, вот это Редвар, да? А тут вар ниже, да? Да. Кольцо. Ноу спик надо кому? Я бы взяла, да, но не уверена, что оно мне нужно, но если вообще никто не ролит. Никто не ролит. Вот эта херня с духом надо кому-то. Ноу. Ващик. Нового в плащик надо. Критик на такси хуяно. Тоже фарабо. Так. Сейчас накину 500. Роль свитка. Накину. Войд. Чё? Чего это? А мои 1600? Коника и Пегас 3 рерол. Не знаю. Вага обещал ему. Вага сказал, что можно. Да, он разрешил в начале рейда. 1600? Почему 1600?
Приход тоже не получил. Я ливнул до того, как он начислил приход. А ты не в рейде, да? Я могу вступить, если надо. Плюсануть? Тебя так найду. Я ж написал, на 30 секунд выйду из рейда. Ты сейчас кончу. Кончу. Угу, спасибо. Все. Завтра там ЗС-ку убьем. Ро, или мы идем куда-то еще? А можно на Нексу начислить? Я на 30 секунд вышел. Там, вон, там, Фарада начислили кирс.